Они такие шустрые,
мне подруга, Тарасова Елена. Это врач урологического стажа, 43 года я проработала в Ашите, директором государственной. А сейчас я в Ниагере. Вот, о себе все. Ну, я хорошая. Так, господин Ли, пожалуйста, слово. Мне здесь, в этом прекрасном зале, собрались нам самые близкие, я думаю, в Москве самые здоровые и самые смелые люди. Точно. Спасибо, что вы пришли. Вы разные, может быть, в смысле, говорю, вы разные, но вы одинаковые нам, друзья. Я хочу, чтобы эта встреча была встречей моих друзей без возраста, без национальности, без социального положения. Я хочу, чтобы мы все кушали, ели, пели, танцевали, от души веселились и подарили Юлии Алексеевне и самим на себя хороший, прекрасный, незабываемый вечер. Да, спасибо. Сейчас хочу сказать мой... Сейчас хочу сказать именинница. Это... Энергет, по-моему, назад, говорится, что кто умеет работать, то тоже умеет отдыхать. И кто не умеет отдыхать, то не умеет работать. Она отдыхать тоже не умела. Тоже умела. Она умела. Она почти объездила весь Советский Союз. А потом по Китаю. И была в Гонконг, Сингапур, Малайзии. Ну что, она не только как турист, она и как уважаемый гость. Сейчас она заслуженный пенсионер. Она ветеран труда. У них сейчас есть хорошие дети, хорошие внуки, хорошие друзья. Еще самое главное, у нее хороший оборот. Который она всегда занимается. Только я надеюсь, что по будущему не окончу ее, понимаете? Ну, с вашего позволения я предлагаю поднять дух, поднять, пожалуйста. Не затягаем тебя. Выпить на долголетие эту молодой, ведущей женщине. Днем рождения! Ура! Днем рождения! Thank you.
нас познакомились. Я вас узнал как человека энергичного, целеустремленного, позитивного. Так и понял, что вот на вас можно ориентироваться и можно брать пример. В вашей жизни, как я смотрю, все получилось. У вас хорошие дети, хороший муж, у вас хорошее было образование, все была достойная профессия. Почему было это? Ну, как бы и есть, вы все равно общаетесь с коллегами и до сих пор идете такой дружбой. Ну, не это самое главное. Главное слова для вас. Мне кажется, вы не тянуть и как можно быстрее это все закончить. Сегодня я давно знаю, что у нас сегодня Юлия Алексеевна Тиротин. Я ждали, долго ждали. Но это число я тоже знаю. Но я сегодня из Тарко ехал. Я уже давно знаю ваш смех. Я видел всегда с Шаолин и Смит работает, да? Я тоже ем. И знакомьте, ваш сын. И вы очень хорошая семья, очень хорошая. Я всегда с Шаолин. Телефон и медработа, я видел, что они какой девочки. И я знаю ваша семья, как уровень, потому что все учили Англии, да? И, да. Человек тоже очень хороший. Да, и китай в культуре, и русской культуре. Я с... Я порвенок по-русски и порвенок китайский. Как есть, так и говорит. Мы поймем. Вот Юра, что ты делаешь, у меня что я не могу. Я не могу. Это мы за парень хуя, я пинка, русский, чтобы ходил, так куда я там. 我和李老师可以和李老师讲，我从那个李老师身上，小英身上，在尤里亚身上，学到了很多东西，学到很多东西。就是我们中国人在这儿生存下来，而且特别是我从很多老的华侨人身上看到了一些非常多的闪亮的东西。中俄之间的关系，能发展到这个发展到今天，你得翻译一下。 中国欢迎发展今天，我这一代老的华侨和我们老的这个俄罗斯朋友们，应该做出了非常的。我们这年轻一代，我也冒个年轻吧，我们这年轻一代应该继续把这种中俄友谊继续发扬下去，继续光大。祝我们的友谊，也祝您家庭幸福，这个家人安康，这个健康。 这个我们的后代，快乐成长，来，说吧，说吧。我们的孩子，我们是很聪明，今天我们为啥？我们懂事，我们懂事。那我们得，什么是懂？什么是懂？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 
у нас всегда будет совместное воздействие, хорошо. А что он особенно сказал, что российские-китайские отношения, развиваются до такой степени, да, хорошие. Есть вклад китайцев. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич, у нас. За продолжение развития российско-китайских отношений. Хотя мы общались больше, конечно, по работе много лет, но мы, видите, еще и не потерялись. Если я очень ценю эту дружбу, эту семью. Вот. И я хочу сказать о тех качествах, которые, я думаю, вряд ли кто-то из вас догадывается, потому что мы с ним прошли 90-е боевые. Территория района маленького у нас около Останкина. Воин учился, Ироничка там, они вот рядом. Квартиру у них до сих пор осталась. Я в том районе работала. Сложные годы. Когда вы знаете, да, у нас разгул так называемой демократии, у каждого в кармане по пистолету, Юлия Алексеевна имеет такое учреждение, хорошее, социально значимое аптеку, и мы там с ней познакомились. Познакомились тогда, когда действительно было очень сложно. Помочь особенно, ну, сами знаете, власть обычно во многих ситуациях устраняется. Мы с ней, правда, не устранялись, мы старались, что можно вместе с ней делать, какие-то бумаги писать, какие-то обращения, но она вынесла очень многое на тот момент, и я всегда удивлялась, как в этой маленькой, хрупкой, до сих пор, вы видите, элегантной, хрупкой женщине было вот столько силы, даже не только мудрости, а вот именно силы, стойкости, и как она все эти ситуации сумела разрулить. Я сказала своему соседу тут пару про ее слов. Дело в том, что, вы понимаете, гостиниц много, это район Останкино, да, большие монстры на тот момент построенные как раз перед 1957 году, как к фестивалю молодежи, первым студентам. И вот так, казалось бы, да, директора там такие, в основном тетеньки были, палец в рот не клади. И Юлия Алексеевна, маленькая, миниатюрная. А бандиты-то приходят, и к ней в том числе. И сколько Юлия этих атак отбила сама, те все устранились. Все от кого-то, хочется сказать, так и легли, да? Никогда ни с кем Юлия Алексеевна на сделку не пошла. То есть ее совесть, порядочность, честность все эти годы сохраняла ее коллектив. И вы знаете, вот говорю, мороз по коже идет, потому что действительно таких руководителей у нас больше не было. А я, Юлия знает, что у меня все социальные объекты были, ну то есть в моей компетенции. Поэтому, кстати, я говорю только об единственном человеке. Сейчас совершенно не кривлю душой. Поэтому, Юленька, ты многое прошла. Ты заслужила свое вот такое счастье. У тебя прекрасная семья, прекрасные дети и внуки. Слава Богу, я в том году у них побывала на даче. Я была очень им благодарна за их гостеприимный прием. Потому что вот этому человеку мне хочется, чтобы вот это счастье у нее было теперь безмерным. Потому что я бы столько раз она стояла под дулом пистолета, и это не образ, это действительно на самом деле так и было. Поэтому я хочу, чтобы она прожила как можно дольше. И она патриотка, и это еще в том числе страны, в которой она живет столько лет. Мы не будем говорить сколько, говорят теперь у нас только, да, первая сотня, Юль. Так что, чтобы и на вторую сотню пошло, и я тебе всего самого желаю, чтобы вот этот круг, вот самый... друзей таких преданных, тебе, тебя любящих, он у тебя долго очень оставался. Давай за тебя, дорогая. Давай, спасибо. Вы уж извините, да, может быть, я не совсем то сказала, но это действительно
говорит о Юлии Алексеевне. А они все лежат на долгах улице. Давай. Да, прям в аптеку пришли. Они говорят, и не один раз приходили. Вот так, вот так. Собак с собой из департамента фармации. Ты с кем работаешь? Ты с кем? Я спросила, у меня крыша солнцевской группировки. А я кошки крыша. И запоминаешь номер машины. Ты чё, мужик, пришёл? А у них вместо теста не кнопку нажали. А он же там номер машины запомни. Они раз на кнопку нажимают, а поселись и поднимаются. Давай, готово, покажи, бросим, и выпьем деньги. Они говорят, ты что, не надо, тут такая девочка сумасшедшая, маленькая, как трубка, но она говорит, колхоз сама уроет. Она сказала, я вас и уроет, так ты отвернула. За твои мозги, слушай, так вот так мыслить, понимаешь? Да. Вот прям мужика. В день уныния смирись, в день веселья верь, настанет. Сердце будущим поможет, настоящее уныло, все мгновенно. Все прошло. Что прошло, то будет мило. Идем за жизнь. За Yeah.
Сегодня у нас собралась такая русско-китайская диаспора. Замечательно, русско-китайская диаспора. Давай, дочка. Мы тебя поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы у тебя все было всегда хорошо. Все, все, что ты видел, мы показали в нашем баре. И желаем, чтобы все чтобы ты нас радовалось всегда. Все у тебя было отлично. И радость. Какая дочка у тебя? Ура! И с разных сторон, и как вот с ее работы, там вот ее семья, вот, да, отношения людей. Вы знаете, но мне бы хотелось вот сказать еще одну ее грань, вот, ее характера, это вот душевность. Она просто удивительно душевный человек. Она всегда старается всем помогать. Она не может так, чтобы вот кому-то там другому было плохо. Она всегда старается этому человеку помочь. И она всем так помогает. И поэтому у нее всегда много друзей. Ее все любят. Потому что это просто удивительный человек. Вот удивительный человек. И в то же время она вот такой вот сильный, волевой. Она может помочь. Хорошо может помочь. И хорошо. И водит на этот порт. Слушай, это как удивляет. Да что, Юлия Алексеевна, вы просто, ну, уникальный человек. Конечно, такая, как вы, это большая редкость, да. И мы, я вот просто очень, ну, рад, что вот жизнь столкнула с вами. Я уже много лет, вот, знаю вас, вашу семью, вот, и, ну, просто... Я считаю, что мне по жизни повезло, что вот я вот знаю, да, вот, такую, вот такого человека и такую вот семью великолепную. Поняла? Что вам спасибо, Юлия Алексеевна. Поняла, я спасибо. Же тебя люблю. За тебя, от себя. За тебя, за тебя, за тебя. Я вам покажу. Юлия Васильевна, сегодня ваш день. Поздравляю снова с днем рождения. Желаю вам счастья, веселья, самое главное – здоровья. По-китайски образно говорю, что если в горах есть всегда дрова будет. Если здоровье будет, и все будет. Самое главное – здоровье берегите, и у вас здоровье будет. Ваша семья, все муж, дети, все счастливы. Вот берегите свое здоровье. Вот я вашему супругу, коллеге, мы вместе много лет работали после радио СССР и потом «Голос России». Да? Вот, да. Что там вещали-то? Мы... Подожди, не обманывай. Новости, все это, все, что по радио передаем, по телевидению передаем, мы не работаем. Не знала, слушай, вот когда есть такие хорошие отношения с Россией и Китаем, это они наладили. Я беру все за ним. Спасибо, спасибо. Здоровья. Здоровья, я вам тоже желаю. Я пью, что не надо, я пьяная стала, я уже убрал, да? Ну хорошо, хорошо. Чего уже? Старый дворец. Покажите мне, как бы, как бы, этого города, что кому мы, которые мы можем поклониться, как первого студента, сегодня я прощу, кто нам поможет в трудную минуту. И главное, выпьем за здоровье. Да?
еще самое главное, это основа всего. Есть хорошее здоровье, дальше уже можно думать о чем-то другом. Когда ты человек больной, ты думаешь, как бы выздороветь. Правильно. Ну ладно. Давай, нормально. Спасибо. 8 лет собираем, как я здесь поняла. Нет, это как я здесь. Я говорю, мне очень хорошо. Но я думаю, вы понимаете. Я первый раз, когда вас увидела, Юлия Алексеевна, это было посольство китайском посольстве. Там-то, правда, первое впечатление, что вы очень... Как вы говорили, так и есть. И очень вредничала. И я даже сегодня только узнала ваше имя. Ну, о вас я тоже много знала. Это через учителя Ли и моя подругу Вероники. Учитель Ли мне сказала, что он, когда он вас увидел, сразу влюблялся. А вы тогда очень маленькая и красивая девушка. Это я первая о вас знала. И попозже я узнала у Вероники, что она мне сказала. Я о вас знала, что два. Во-первых, вы очень хорошие матери. Потому что вы выросли и Веронику, и я не знаю, как вы, правда? Да. Они очень, не то, что добрые, очень умные и успешные. Вы и очень хорошая хозяйка, потому что вы много готовили. А я ела то, что вы готовили. Это... Все правильно, правильно. Это что, Вероника, ты мне дала? Пряжки, да? Много вариантов, пряжки. Очень вкусно. Но вы не только как бы хорошая мать, хорошая хозяйка, и особенно хорошая, можно говорить, бизнес-умер. Это я не ожидала. Правда. И когда я узнала, что вы в отрасли медицине и аптеки, работала там много лет, и вы даже же директор, я говорю, о, наверное, так, молодец. Я думаю, что для меня это честно, что вы меня пригласили, и мою дочку на ваше день рождения. Поэтому позвольте сказать, что с днем рождения! Ура! Ура! Давайте поздравляем тебя! Желаю вас долго лета и здоровья и счастья! Спасибо, Сильна! Приезжай ко мне на дачу! Обязательно! Забавно, еще я тебя приеду! Три китайские у меня растут! Да, у меня там все растет! Я сказала, что утра ты
Ay, 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 ay
Thank you.
不是给你一道茶艺的演示是吗？就给你演示花吗？你去国内旅游景点，任何一个小朋友都能给你演示。可以就是。你有照顾中心吗？有。那你就直接加姑娘会就好了，还有我给你拉。他有一个推荐人。是吗？当时他要签表吗？当时是让公公，当时让公公。那我找谁？我找你们那边，找你们小秘书啊，拿签表。Все избылось и уладилось в будущем. Я вас всех обожаю, поймите.
это сказано сердцем горячим и любящим. Пожелания счастья от меня все примите. Спасибо. Сейчас еще прочитаю. Не встречайтесь с первой любовью, пусть она останется такой. Острым счастьем или острой болью, или песней смолкшей за рекой. Не тянитесь к прошлому, не стоит, все иным покажется сейчас. Пусть на свете самое святое неизменным остается в нас. Поэтому ничего не теряйте. Вот как любите, друзья детства, полюбили всю жизнь, это вечная любовь. Как господин меня во всех увидел, говорит, влюбился. Наверное, правда, раз уже 47 лет терпит, как полюбили. Как вот мы с вами встретились, пусть это будет любовь навечно. Ладно? Я желаю вашим детям, вашим семьям, вашим внукам счастья, процветание в бизнесе, вы все большие молодцы, они все приехали из Китая, у них у всех почти двойное гражданство, они крутятся, работают, сейчас пандемия, но тем не менее, никто не сидит сложа руки, как может, так и крутится, никто не голодает, молодцы, никто не плачет, денег нету, и понимаете, вот молодцы, вот благодаря таким людям, как вы, такая вот российско-китайская дружба, надо сказать Синдипину спасибо нашему Путину, благодаря людям таким бизнесменам, трудолюбивым всем, процветает бизнес и дружба между Россией и Китаем. Пусть она крепнет навсегда. Ура! Ура! Да, Юрий! Правильно, правильно. Я могу до утра рассказать. Вам не надоедет, вам еще всех прочитать, еще что-нибудь рассказать. Подожди, дай еще столько зажимать еще. Да, да, да. Что говорил? Нет, вместе говорить. Ой, еще да. Еще как-то.